Это, смотри, сегодня один же там, завтра другой. У них уже да, ну каждую неделю он никак, сука, не остановится. То плохой, индийский, то английский. Да, это плохой очень признак. Он сам по себе еще не успокоится. А он и не успокоится. Не-не, должен успокоиться. Да, ну. По эволюции, по его, так сказать, механизму, как он развивается, он должен успокоиться. Вот как он успокоится, значит, все, тогда все и заканчивается. Тогда он перейдет в сезонное заболевание. Да, и будет он как грипп. Легко и не сильно. А сейчас... Ну, а гриппа-то тоже каждый год людей хоронят. Умирают, да, но не такими дозами все-таки. И сердце, и инсульты. Не так же. В основном сердце. А это сейчас он никак не остановится, не может. Все жестче и жестче становится. Вот, ну, слава богу, сделал. Почему быть того не миновал? А не хочется же как-то. Ну, понятно, что не хочется. Не хочется. Какие-то планы. Как один говорил, все будет хорошо, а если не будет, то все будет плохо. Как ни крути. А лишний раз переживать из-за этого расстраиваться. Да, делать надо все. Что ж в твоих силах. Ну переживать из-за этого. Нет будущего, нет прошлого, есть только настоящее. Да. Нет. Будущее не наступило, прошлое уже закончилось. Прошлого уже нет. Да. Есть только то, что есть сейчас. Хотя в квантовой физике доказывают, что и прошлое, и будущее, и настоящее все существует одновременно. Параллельно. Я тоже так. Все у нас существует. Ну, нам понять вообще квантовую физику тяжело. Интересно, но тяжело. Для меня до сих пор материя состоит из атомов, а атомы, электроны, протоны, все, на этом закончили. А там еще разложили а на там сотни. Еще, да, да. Там столько бизонов, базонов, варки, эти еще чего-то. Да, да. Ну, это для нас слишком сложно. Я и даже зрителя не могу представить, как это куда они там встаются. Так а зрителя не представишь, вообще доказывают, что их вообще физически нет, это, эти тех же атомов. Вроде как одна энергия вокруг этого ядра есть. А так, чтобы он физически там крутился, такого нет. И тем не менее, если он уходит, значит, куда-то энергия выплескивается. Ну вот он существует если он в виде поступает, энергии, значит... в виде волны, там вот, вот, вот пойми, как это. Вот это. Не, тем не менее, стараюсь смотреть, думаю, может, допрут. В своем пенсионном возрасте. Знаешь, мозги надо тренировать. Иначе Альцгеймер.